Еще на 2-3 секунды клапанок открываем подсоса. Так, обязательно держим в руках и на руку ни в коем разе не наматываем, иначе оторвет руку или пальцы. Что-то елки не хочет. Ладно, еще раз попробуем. Утром на холодную хорошо завелся без проблем. А сейчас что-то не хочет. Ага. Так, сейчас, значит, перекачал. Сейчас еще раз повторим попытку. Конечно, на стартере заводить трактор удобней, комфортней и тому удобнее, тому подобное. Но только не в Сибири. Когда ночью будет 25-30, а днем 10, никакой стартер не провернет. Что ты? Ты что у меня? Еще раз хочешь? Ну давай еще раз. ЛТЗ я заводил и стоит предпусковой подогреватель, двигатель. Греешь 2 часа, 3,5 киловатта. Стена стоит. Потом как смотришь, сколько электроэнергии потратил. И масло я могу подогреть на том электрическом. Но пускач есть пускач, это легче. Перегреть бензин. Вот D65 легко заводится. С МТЗ не сравнить. Так, теперь нужно выехать со двора. Чтобы никого не задавить. Ты сиди, не перепрыгивай. Задел камеру. Ладно, сейчас посмотрим. Не погнул я ее? Да нет, вроде не погнул. Ну, каска не помешает в этом тракторе. Вообще в тракторе в любом не помешает. Тут такая вибрация. Так, на пониженный едем. Задняя скорость включена. Кошечек немножко приподнять. И смотрим, что делается сзади. Ночью мороз, днем потеплело. Все окна выни. Видно очень плохо. Ну ничего, ехать можно. А куда деваться? Работать надо. Кто-то на работу ходит, а мне не до работы, мне бы дома бы все сделать. Доспать или вовремя лечь. Может, кто скажет, что снимаю для какого-то бизнеса, получения какой-то прибыли. Да ерунда, я вам скажу, это молодежь снимает для денег. А я снимаю для интереса. Не могу же я целый день разговаривать с собаками и с коровами. С людьми тоже хочется поговорить, услышать их мнение, показать, как мы живем на селе, чем занимаемся, откуда прибыль, тому подобное. Ну а люди уж пусть городские сравнивают, как живем, и делают выводы. Попозже я покажу, конечно, все социально-бытовые условия наши, но пока показываю работу, чем занимаемся каждый день. Надо закрыть ворота, иначе они выскочат и побегут по всей улице. Жрать ничего не будут, а будут бегать, искать дорогу на пастбище. Что случилось? Кого там увидел? Кто там? Ну-ка давай посмотрим, кто там?
Кузя идет. Кузя, да он далеко тебя не, даже не достает. Ну и пусть Кузя идет. Далеко навоз мне неохота везти. Отвезу к себе на огород. Так, сейчас повышенную включим. Поедем на повышенной. Чем хорош ЗТМ? Ну, ЗТМ это аналог украинского ЮМЗ, выпускался после распада Союза на Омском заводе. Конверсии, танки перестали выпускать, типа они нам не нужны, будем делать трактора. Ну вот сколько они, лет 5, наверное, а может и 8 даже выпускали трактора такие, пока не обанкротились. Не знаю, как можно обанкротиться на сельском хозяйстве, непонятно. Так, снега много. Я сейчас включу блокиратор. Нагрузка вся спереди. Впереди колеса не ведущие. Но трактор едет. Снега в этом году мало. Блокировка проскакивает. Ничего, поедем. Тут у меня картошка садится. Ну а рядом, там где рядом с картошкой, я навоз уволиваю. Так, хорош. То можно перевернуться. Так, сейчас посмотрим, как он вывалит. Гидравлика сумасшедшая на ЗТМ. Только чуть-чуть рычаг в ту или в другую сторону дергаю. Сразу поднимает без проблем. Для него этот кун вообще не нагрузка. С этим ДЗ не сравнить. Тот хорошо по полю едет без проблем, а этот нет, по полю вообще не может ехать. Трактор для сухой погоды. Ну сейчас назад последует и выйдем с помощью блокиратора. Мимо все равно не проедем. Аккумулятора на нем нет. Окна запотевают. Сейчас немного нагреется, включится питание, сработает эти самые диоды на генераторе. Тогда будет обогрев. Ну и вообще, пока что этот двигатель холодный, ему обогрев сейчас не нужен, пусть нагреется. Чем хороший ЗТМ? Своим минимальным расходом топлива. На удивление. Двигатель малооборотистый. Газу практически не дает. Едет и едет. Так, ну что-то зоопарк на мой разбежался по разным сторонам. Сено наложили в кормушки, стоят, едят. Кто ест, а кто отдыхает уже. Сейчас я поеду. Поставлю ковшик на опору, на колесо, и сниму его, зацеплю рога и буду сюда завозить сено. Сейчас я пока прекращу съемку, пока не имеет смысла, а потом возобновлю ее.